До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Приветствую вас в филиале номер 15 Центральной детской библиотеки города Мурманска. Филиал номер 15 открылся для читателей в 1980 году. Услугами библиотеки пользуются все жители города, но особое внимание уделяется детям. Наша библиотека доступна для всех пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Вся территория библиотеки разделена на два зала. Первый зал – это многофункциональная территория чтения. Для самых маленьких читателей книжная песочница с мягкими диванчиками и стеллажами-ступеньками. Для ребят постарше и взрослых удобные места для тихого чтения и общения. Всех посетителей старше 12 лет ждет зона виртуальной реальности. Здесь можно посетить Версаль, полетать над Парижем, окунуться в красоты дворцов и парков Санкт-Петербурга, посетить гробницу Нефертити, познакомиться с многообразием животного и растительного мира и получить огромное количество позитивных эмоций. В этом зале для пользователей организованы автоматизированные рабочие места. Любой посетитель библиотеки имеет возможность обратиться не только к электронному каталогу нашей библиотеки, но и любому электронному каталогу библиотек всего мира. К услугам пользователей справочная поисковая система «Консультант Плюс», портал государственных услуг, удаленные электронные полнотекстовые базы данных, ресурсы национальной электронной библиотеки, в том числе для детей. Если вы любите посидеть в одиночестве, полистать любимые книги или журналы, для вас лаунж-бокс. Мягкий диван, приятное освещение, придает атмосферу уюта и комфорта. Следующий зал – это умный зал. Умный зал начинается с умного гардероба. Кроме своей основной функции, умный гардероб обучает детей названием цветов, потому что выполнен в цветах радуги. Из гардероба радужная дорожка приведет нас в умный зал. Зал называется умным, потому что здесь находится умный интерактивный пол и панель, развивающий детские терминалы брёвнах, магнитная доска для творчества, игровая стена. Зал может легко трансформироваться для проведения различных массовых мероприятий. Умный зал – это зал для организации интеллектуального досуга, творчества, развития. В умном зале также есть уже полюбившиеся всем места для чтения и отдых на подоконниках. Нашу библиотеку может посетить любой житель или гость города. Мы рады вас видеть с понедельника по пятницу и в воскресенье с 11 часов до 19 часов. Выходной день у нас в субботу. Спасибо за внимание. Экскурсию провел робот-библиотекарь Федя.